Современный человек стремится тратить все меньше времени на поиски подарка. Кому обратиться за советом в выборе презента? Поиск в интернете – это хорошо, однако лучший эксперт в этом деле – Дед Мороз телеканала «Тверской проспект» с его помощницей. Он точно знает, чем порадовать близких в новогоднюю ночь. Даже несмотря на бесснежную зиму, Тверь окутана новогодним настроением. Прогуливаясь по магазинам, тверичане и не подозревали, что столкнутся с настоящим Дедом Морозом и получат из его волшебного мешка презент, да еще и такой, который обязательно пригодится. Вы очень прекрасно выглядите сегодня, вот поэтому мы решили вам подарить подарок. Дедушка привез специально салон красоты «Татиус». Так, дедушка, давай, достаем в нашем мешке, пороемся. Аккуратно, не растряси все. Вот, такой замечательный подарок вам. Поражена. Посмотрим, что там. Спасибо. Каждая женщина в новогоднюю ночь хочет блистать, поэтому в ее расписании всегда находится место для посещения салона красоты. И желательно, чтобы в одном месте она могла сделать сразу несколько процедур – маникюр, макияж. А в этом могут помочь только специалисты, которые находятся в салоне красоты «Татиус». Каждая клиентка почувствует себя здесь счастливой благодаря высококачественному сервису. Очень хороший специалист, мне нравится. Спасибо большое, я довольна. Вы все правильно выбрали. Подготовка к встрече Нового года у всех проходит по-разному. Кто-то уже успел нарядить елку, а некоторые только планируют. Как показывает опрос, женщины начинают готовиться заранее, а мужчины, наоборот, едва успевают довести дела до начала Нового года. Бурно. Будем готовиться в выходной. А пока работаем. Конец года – суета, когда времени мало. Дед Мороз точно знает, что добавит настроение пицца. Вот, девчонки, дарим вам сертификат. Сегодня вкусно покушайте обязательно в преддверии праздника. Так. Желаем вам всего самого наилучшего. Дедушка, пожелай, красавица наша. Пусть у вас будут все ваши мечты и желания в новом году. Отличный подарок. Создать новогоднее настроение помогают мандарины. Этот ингредиент – основной в специальной праздничной пицце «Папа Джонс». Итальянское блюдо сочетает в себе куриную грудку с голубым сыром, моцареллой и смесью сыров. Для каждой пиццы отбирают только лучшие ингредиенты. От этого ее любят даже самые придирчивые критики – дети. Будешь кушать, будешь вырастешь большой, красивый. Да, это сеть международных пиццерий «Папа Джонс». В волшебном мешке доброго сказочника еще сохранились подарки для тверичей. Бесснежная погода оставляет свой след на одежде. А ведь никогда не знаешь, где можешь встретить свою вторую половинку. Например, в новогоднюю ночь. Мы вам дарим подарочный сертификат химчистку Magic. Вот, я думаю, вам как мужчине... Холостяцкий подарок. Конечно. Отлично, пригодится. Холостяцкий подарок, правильно сказали. Экспресс-химчистка Magic предлагает своим клиентам консультации технолога. Для того, чтобы одежда всегда оставалась как новая, возможно, сухая химическая или влажная аквачистка. Завершает весь процесс чистки тепловая обработка. Если необходимо срочно привести наряд в порядок, в самый канун праздника Magic осуществляет чистку в короткие сроки и по доступным ценам. Неожиданно и приятно. Спасибо огромное Деду Морозу и Снегурочке. Спасибо большое вашему каналу. Вот, спасибо большое. Помимо подарков от наших партнеров, все получили сувениры от нашего медиахолдинга. Чашка с логотипом телеканала «Тверской проспект» и нового информационного ресурса «Панорама Про». Это информационно-аналитический портал либо интернет-газета. Дед Мороз телеканала «Тверской проспект Регион» в этом году щедр на презенты. Поэтому следите за нашими анонсами и, возможно, скоро вы тоже получите свой подарок.